арбуз. Большая. Подожди, вот это овощ или фрукт? Это ягода называется. Ты что, хотел поумничать? Да, тихо, пальцы мне не режь. Он хочет мне пальцы пообрезать. Ну-ка, будет трещать. У нас пищи. Оу, хля как лопнул. Вообще. Йо. Тихо. Мне большой кусок не режь. У меня маленький. Даже до дома мне еще надо доехать. Ну, что ты большой, правда. Я сейчас покажу, как надо есть. Чё? Давай. Кстати, ты хочешь с солью? Нет, я с солью никогда не пробовала. Я не буду. А с хлебом? С булкой. С булкой я не хочу. Перезревший. Надо есть. Вот так. Стой. Давай. Я тебя отрезал. Ну, хотел как раз. Дай немножко еще один. Перезревший. Вот это хороший. Николай, главное сюда. В принципе, нормальный, да? Ну, перезревший. Такой красненький. Розовенький. Вот так, пала. Угу. Надя, держи вот так. Давай тоже чипнем. Чипнем пополам. Ну вот. Ну, говорю. Ты что пускать? У кого вкуснее? У вас? Мой вкуснее был. Твой вкуснее? Да. Да как-то. Надо вот так делать, покрасившими. Надо вот так вот срезать шкурку. Вот так нарезать кусочками. Лакфайк. Ага. Вот так вот вырезать и вилочкой брать, накалывать и есть. А не есть вырезать из этих шкурок. Ну это как в этом, как в Турции, угу. Как в Египте. Да. Мы, кстати, когда с тобой в Египет поедем? Я так хочу въехать. А меня никто не пускает. Все боятся на самолет летать. А я не боюсь. Ну когда поедем с тобой? Когда отпуск будет, тогда поедем. Я думаю, стоит нам рвануть, чтобы ты едет. Угу. На шведский стол. Я поедем. Только поедем, знаешь, как с тобой. Надо путевку прочитать отзывы, чтобы можно было прям поехать прям и нажраться. Ну это же, я много не ем. И напиться, главное. Нет, я могу только закусать. На улице растут сливы. На улице мало чего растет. Дорожка там у нас рядом. А это гуляет. На земле слив страсть сколько. Но они такие маленькие, вот такие маленькие. Я сначала одну съела. Вкусная. А потом нахнул ветку, кости черные. Сейчас доедим арбуз и поедем ко мне. Есть твой арбуз. Мой есть арбуз, потому что мой арбуз намного слаще. Хороший арбузик.